Hi guys, thank you for your patience. We'll start taking questions now. Okay guys, we'll be wrapping it up now. Thank you for attending. Вне сомнений, сегодня нас ждет классный матч. Не уставали говорить о нем болельщики задолго до начала. Вы увидите всю прелесть футбола только на канале EA Sports. Привет вам из графства Йоркшир. Мы в Лидсе на стадионе Элланд Роуд. Смотрите этот матч вместе с вами будут Георгий Черданцев и Константин Генич. На ваших экранах английский футбол. Смотрим премьер-лигу. Сегодня Лидс сыграет против Челси. Потрясающая атмосфера сегодня на стадионе. Думаю, она поможет командам раскрыться. Челси очень здорово играет в выездных матчах. В этом сезоне лучший результат в лиге. Да, 11 побед в 16 матчах. Это пока лучший показатель в лиге. И здесь только можно похвалить тренера и болельщиков, конечно, за высокий моральный дух команды. Она просто выходит и побеждает. Давайте о составе хозяев поговорим. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. В последнее время очень остро стоит вопрос современного футбола в кругах болельщиков. Да, их можно понять, потому что многие ценности игры забыты, к сожалению. Некоторые игроки сами провоцируют на такое отношение к ним. И наш матч начинается. Без проблем он защитника проходит. На ближнюю мяч идет. Нет, не получается навес. Все-таки вратарь смог первым добраться до мяча. Смотрим начало этой атаки. И, к сожалению, мяч потерян. Теперь в атаке уже соперник будет. Как думаешь, можем мы сегодня от хозяев ждать игры в прессинг? Конечно, они умеют играть так, и это хорошая модель для домашнего матча. Хорошо, вратарь играет.
Мяч летит в центр штрафной. На вынос играет защитник. Не дает мячу пройти дальше. Здорово сыграно. Родриго. Рафинья с мячом. Атака продолжается. Уверенно идут вперед. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. И будет аут сейчас. Можно подавать сейчас. В офсайде он оказался. Слишком рано побежал. Силва. Высоко они играют сейчас. И мяч перехватили. Отличный момент. Есть. Надежно играет вратарь. Маркос Алонсо. Каллум Хадсон-Удой. Матео Ковачич. Ромелу Лукак. Не знаю, насколько оправданным был этот фол, потому что позиция убойная. Отличная у него есть возможность, чтобы вывести команду вперед. Ну здорово сейчас сыграл вратарь, что тут скажешь. Йоренте. Родриго. Рафинья. Соперника просто не заметил. И мяч в игре. Но был офсайд, повезло вратарю. Хаким Зиеш. Рюдигер. Силва. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Катают они мяч. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Пошла подача. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар, Георгий. Так, ударчик. Маркос Алонсо. Мяч переходит к сопернику. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Мяч дошел до Рафини. И это гол! Первый гол в сегодняшней игре забит. Повторяет нам голевую атаку. Посмотрите, как здорово он отдал пас. Над защитниками мяч прошел. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. 1-0. Сейчас будет веселее. Каллум Хадсон-Удой. Смотрим начало этой атаки. Челси держит мяч и не расстается с ним. Но нет, ничего опасного они уже не сделают. Мяч переходит к сопернику. Свободная зона перед Джеймсом. Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. И что дальше тут будет? Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять.
Вратарю хочется сказать много хвалебных слов. Яркое спасение, которое может стать одним из ключевых моментов матча. Продолжает идти вперед. Угловой удар назначает судья. И нам повторяют гол, благодаря которому команда выходит вперед. Здесь все сложилось очень удачно. И момент для удара, и сам выстрел получился очень точным. В центр штрафной подан мяч с углового. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Без проблем он защитника проходит. Мяч в поле выбивает Тиаго Сильва. В центр штрафной мяч с углового летит. Мяч за боковую уходит. Родриго Машадо. Ну, нельзя так отдавать мяч сопернику. Ошибся он в передаче. Нужно бить поворотом. Просто великолепное спасение. Какая реакция вратаря. Блестящая игра. Калум Хадсон-Одой. Маркос Алонсо. Маркос Алонсо. Нголо Канте. Вернер. Может он сравнять счет? И как здорово он сыграл сейчас. Есть гол! Челси забивает! Очень обидно должно быть сейчас вратарю. Все-таки смог он справиться с очень непростым ударом и сделал отличный сейв. Но добивание, с добиванием уже ничего поделать было нельзя. И мяч все-таки оказался в воротах. Счет снова равный, 1-1. По разу сумели отличиться команды в первом тайме, пока ничья, 1-1. Второй тайм начался, и Челси в центре поля с мячом. Силва. Антонио Рюдигер. Хаким Зиеш. Лукаку. Челси держит мяч и не расстается с ним. Не смогли они сохранить мяч, хотя все было неплохо задумано. У соперника в итоге мяч оказывается. Это вне игры. Боковой уверенно поднимает флажок вверх. Слишком рано пошел пас. Атака получилась неплохой, но немного терпения, и она стала бы опасной. А так мяч уходит. Ну решай же! Мяч в игре, у вратаря не получилось его забрать. А что за слухи ходят в прессе о какой-то чуть ли не сделке века, Константин? Подожди, смотри, какой момент! Очень надежно вратарь сыграл сейчас. Опаснейший момент вытащил. Классный момент был, чтобы забить, но надежно сыграл голкипер и спас свою команду. Мяч летит в центр штрафной. Вратарь в игре. Хорошо видно по статистике, насколько зрелищно идет у нас матч. Игра идет смелая в обе стороны. Обе команды очень активны. И ищут они дорогу к воротам друг друга. Но вперед пока выйти никто не может. Ромелу Лукаку. Хороший блок. Мяч не проходит дальше. Можно играть дальше, считает арбитр. Хорошо бьет. Справляется вратарь. Непростой удар получился. Рафини. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Отдает он передачу. И навес чуть назад. Ману Тригерос. Нужно забивать и выходить вперед! Ты видел это? Вот это да! Какой удар сейчас вратарь потащил! Чудо просто! Очень хорошо сейчас слышно болельщиков. Они рады хотя бы тому, что команда заработала угловой. Без мяча Челси остается.
Они с мячом, и атака продолжается. Это шанс! Забивай! И есть блок. Родриго Машадо. Рафинья. Тиаго Сильва перехватывает мяч. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Лукаку. Выручил он свою команду. Ману Тригерус. Сейчас внимательнее с мячом, они уже на чужой половине. Окончательно они завладели мячом и ищут возможность для ключевой передачи. И есть вариант, куда сделать пас. Здорово защитник играет. И что дальше тут будет? Мяч не... Ману Тригерус! Гол! И этот гол выводит команду вперед. Какие эмоции! Тренер празднует вместе с игроками. И команда, которой сегодня предрекали поражение, а кое-кто и крупная, выходит в лидеры. Но время-то еще есть, и если уж совсем честно на эту ситуацию посмотреть, то еще можно все исправить. После этого гола счет у нас стал 2-1. Всем интереснее смотреть. Чистый отбор. Не смог нормально обработать. Вот так мяч переходит к сопернику. Ушел мяч, аут. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Навес не получился, защитник сыграл хорошо. Ну, что это за навес? Чужого игрока мяч попал. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Сейчас может быть опасно. Невероятное спасение. Готовится выйти на поле свежий футболист. Думаю. Его задача будет грамотно сыграть на удержание преимущества, хотя иногда такие футболисты не попадают. У Челси сейчас замена будет. И в центр штрафной подача. И ничего опасного здесь. Вовремя они мяч переходят. Очень опасно, и это красное вполне может быть. Итак, удаляют игрока, а команда его ведет тем временем в счете. Сейчас начнется самое интересное. И, судя по всему, они собираются играть на удержание счета. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Прервали эту атаку нарушением, и вполне тут можно карточку показывать. Желтую карточку показывает арбитр. Ничему не учит их удаление. Нервы пошаливают сейчас. Если так и дальше пойдет, то одним удалением дело не закончится. Супер возможность сравнять счет сейчас у них. Такой сегодня может больше и не быть. Ух, какой удар! В сантиметрах от штанги мяч пролетает. Потрепал он нервы вратарю этим ударом. Если бы попал в створ, ох, как несладко и нелегко пришлось бы вратарю. До конца игры 7 минут. Очень хорошо он пасует.
Рафинья. Родриго Машадо. Главное, без нарушений. Теперь соперник будет с мячом. Атака в хорошем темпе. Мяч все ближе к воротам. Заходит он с фланга. Можно навес сделать здесь. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывать. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Макларен. Отличную игру в пас они демонстрируют. Проходит он защитника. Вот какой опасный момент. Очень надежно и уверенно играет голкипер. И разрыв в счете. И это все. На сегодня нет больше времени в этой встрече. Довольно неожиданный результат. Челси был фаворитом перед началом, но оправдать этот статус не смог. После таких игр и желания вернуться на поле может не возникнуть. Соперник буквально уничтожил их. Очень плохой матч они сегодня провели.